Разглашенных республик и Донецкой, и Луганской готовятся к тому, что давление со стороны украинской армии усилится. Информацию о переброске в эти регионы дополнительно к подразделениям Минобороны, которую сообщило на днях луганское ополчение, подтверждают уже и обычные жители, ставшие невольными свидетелями передислокации. В интернете все чаще появляются снятые на мобильные видеоролики. Колонны БМП и БТР, отряды пехоты, перемещающиеся между городами Луганской и Донецкой областей. По последним данным, самая крупная группировка украинских силовиков сосредоточена в районе Лисичанска и Рубежного. Это недалеко от Луганска. Сообщается о почти 200 боевых машин.